химия. Есть ли у вас химия с вашим партнером? Подходящий ли этот человек? Вы говорите, между нами химия, но это одна из самых больших проблем, потому что, когда у нас есть эта химия, мы не видим тех моментов, в которых мы не совместимы. Мы не замечаем красных флагов. Вернее, даже если мы видим, то не хотим признавать, что они есть, потому что у нас же химия, и нам действительно хорошо с этим человеком. Этот человек нам очень нравится. И мы хотим помочь вам понять, кто же тот самый человек, с кем вы наиболее совместимы. И мы очень рады этой возможности. Это будет очень полезным для тех, кто еще не в отношениях и в поиске, и для тех, кто в начале отношений хочет убедиться, что это подходящий партнер.